смотрите. А, если б я не приехал бы, фиг бы открыли. А ну, подожди, да, это закрой чуть-чуть. А ну, хозяюшку, давайте. Да не, я здесь. Или давайте. Вот видите, смотри, ежню. Здесь курятник был. Да тут вип-курятник, блин, не то, что курятник. Вип. Центрально, ой. Ой, муравьи. Да. Они у вас муравейник тут уже сделали, смотрите. Смотрите, видели? Они прям гнездо вам прям в дырке сделали. Я чихну, иначе вы не врете. Но мне чуть не получается. Ай, не получается. Мама мия, вот это у вас тут фазенда. А, у вас еще на ту улицу выходит? На ту улицу, до улицы нашей, до деревьев. Капец, короче, у вас... Это все ваше? Ох, елки-палки, да у вас тут фильмы ужасов можно. У вас картошка уже метровые ростки, видели? Видела, но ее же вытаскивать надо. Да я ж понял. Я первый раз такие ростки видел. Не пупа себе. Добрый день, мои хорошие. Добрый день, уважаемые подписчики, гости моего канала. Снова с вами ваш Николай Сомсиков. Прямо сейчас наливаем чай, готовим вкусняшки. Присаживаемся с вами поудобнее. Сейчас конкретно для нашего уважаемого подписчика, клиента, буду смотреть один домик, который он попросил, пока он там занимается продажей своего объекта недвижимости, собирает вещи, говорит: Калюня, поедь, пожалуйста, посмотри этот домик. Наш покупатель созвонился с этим собственником, пообщались, поговорили. Там, если не ошибаюсь, сейчас будет нам показывать милая женщина, бабушка. Ну, мы позвонили мужчине, мужчина сказал: вас будет ждать там моя мама. Ну, вот что, в принципе, сейчас приедем все это сделать. Для вас наши помощники, это и я, и наша дружная команда агентства недвижимости «Титул». Пока вы занимаетесь продажей вашего объекта недвижимости, мы с удовольствием заранее, вот как сейчас я показываю, поедем, посмотрим для вас объекты недвижимости. Это очень и очень удобно. Кстати, на всякий случай, я вам и в комментарии прикреплю, и также в описании ролики, отзывы наших уважаемых покупателей, как вот мы для них тоже искали, смотрели, какие у них были сомнения, но потом они, когда реально столкнулись с хорошей, надежной компанией агентства недвижимости «Титул», и они реально не пожалели. Слушай, Ир, смотри, дождичек начинается. Вот нам немножко не везет. Но я надеюсь, что будет все хорошо, мы успеем. Постараемся это все сделать. К сожалению, блин, погода мешает. Вот на той неделе прям безумный был дожди. А ну, Ир, прочитай объявление от домика, к которому мы едем. Кстати, в описании, друзья, будет указана стоимость этого домовладения. Давай, зачитывай. Продается одноэтажный благоустроенный дом в тихом, экологически чистом, спокойном месте Краснодарского края. Важно для полива. Угу. Сад с фруктовыми и ореховыми деревьями. Смотри, сколько деревьев. Вот обрати внимание, да, вот ты вот подними голову, пока смотри, вишня, черешня. Вон уже, смотри, орехи у нас уже начинают распускаться. Абрикос, ну вообще красота. Продолжай дальше. Сад с фруктовыми и ореховыми деревьями. Также есть хозпостройки для разведения хозяйства. Двор асфальтирован, навес плюс виноградник. Дом и земля в собственности. Угу. Мебель остается. Мебель остается. Ну, мы сейчас посмотрим, какая мебель тут остается. Асфальт у нас был, сейчас уже его нету, но улица широкая. Нормально, в некоторых местах видно, что надо будет ямочки чуть-чуть засыпать. Но, по крайней мере, ребят, обратите внимание, что какая у нас придровая территория. Она реально огромная. Я надеюсь, что дом будет достойный, интересный для наших уважаемых покупателей. Кстати, ребята, пока не забыл, если вы лично хотите пообщаться со мной, то имейте в виду, что ниже в описании будет указан мой WhatsApp. Можете присылать голосовые сообщения, либо писать. Звонить, друзья, бесполезно, потому что я практически всегда занят. Но если вы пришлете голосовое сообщение, либо напишите, как у меня будет свободное время, с удовольствием я вам, конечно же, отвечу. Пообщаемся, поговорим, я вас проконсультирую. Ну и, конечно, если мы с вами договоримся, я с удовольствием, конечно же, и я, и наша команда поедем, посмотрим для вас объекты недвижимости. Если вдруг вы спросите, а за какого времени
время обращаться. Ну, друзья, конечно, желательно за 2 месяца. Есть, конечно, у нас покупатели, которые за недельку нас предупреждают. Но, знаете, я всегда говорю, ребята, большая просьба заранее. Почему? Потому что, по крайней мере, мы до вашего приезда спокойно найдем то, что вам необходимо. Поизучаем, проверим документы, пощупаем, поездим. У нас будет куча времени. И потом вечерком вы пока, после работы, когда придете, приготовите вкусняшки, сядете на диванчик, и мы вам, как ролики, которые вам пришлем по закрытом доступе, вы будете уже ваши объекты недвижимости изучать. Это реально очень-очень удобно. Ну, знаете, вот я скажу так, хоть этот дом находится прям на краю вот этой станицы, но мне что нравится, здесь просторы, потому что у нас наши покупатели попросили, чтобы они жили, знаете, таком как бы на отшибе, чтобы их никто практически не трогал, не мешал. По крайней мере, здесь вот пока вот то, что я вижу, оно вот это все происходит. И, кстати, обратите внимание, вот мы когда ехали, вот у нас козочки, телочки, как говорится, коровки, бычки и так далее, здесь вот практически вот я вижу, что вот через 2 или 3 дома проезжаешь, либо коза, либо корова, либо это как и бычок, ну и также ути, куры и тому подобное. Так, где ж, а, вот он наш дом, чё ж мы только мимо. Так, сейчас мы припаркуемся, ребятки, и будем смотреть домик. Ой, ребятки, дождичек у нас здесь, конечно, пошел. Ну, смотрите, вот она окраина. Здесь территория, конечно, мама, не горюй. Дождичек начал. Но я надеюсь, что у нас будет все хорошо. Деревья тут орех. Это, я не знаю, что за деревья. Вот это тоже самый орех. Я так понимаю, что вот эта территория, это все хозяйки. Вон, видите, в длину. Ну, мы сейчас подойдем, все она нам покажет. Кровля металлическая. Кстати, в хорошем состоянии. Вот так смотрю. Сейчас я ближе подойду, чтобы все это показать. Да, кровля хорошая. Видно, что, ну, дом саманный, мы в объявлении прочитали. И отделана плитка. Сейчас ближе подойду. Здесь черешня. Блин, сколько деревьев. Вон там орех, друзья. Я надеюсь, что это вот их сад. Я надеюсь, прям. Я надеюсь, дом достойный. Пока отсюда я вижу. Так, здесь у нас Ирина, он уже фоткает. Так, здесь что у нас? Ой, тут надо как-то пройти, чтобы не мешать. Кстати, забор здесь вот тут уже металлический. Так. Здесь. Ир, а в объявлении саман, да, написаны? Это саман? Нет. А, это другой был саман, да? Здесь стен, дом стен, блок. А, блок, а я что? А я что-то подумал, саман. Это мы другой дом, наверное, да, смотрели. Mm. Кстати, здесь двор полностью, смотрю, заасфальтирован, хоть старенький, но, по крайней мере, двор большой. Двор большой. А это вот это все ваша ширина, вот фасад? Да. А вот скажите, а вон туда это тоже ваша? Это сколько земли у вас тут? 300. Офигеть. И дом блочный? Да. Блок, да? А это что за плитка? Это бетонная, да? Или гипсовая? Или бетон? Я вот ее не знаю. Мы же его покупали. Плитка. А, ну дом так, смотрю. И кровля металлическая. Это не оцинкована. Оцинкована. Мы уже покрасили. А, вы красили, да? Назад. Понял. А это шифер, да, вот этот навес? Это шифер, да. Это абрикос вот это? Абрикос. Так, а ну, можно я туда сейчас посмотрю? А сколько роз у вас, мама мия. Так, отмостка есть, ну, немного. Что говоришь? А, распускаться? Ну да, отмостка старенькая, ну, по крайней мере, она будет нормально. Ну, сейчас глянем. Кого в кадр? Да, успокойтесь тут. А вы не знаете, фундамент монолитный или цок, или поднимали они его фэсками, не знаете? Монолитный, по-моему. Монолитный. А какого года тоже не знаете, да? 91-го. Я в первый класс почти пошел. Почти. Ой. А, вы уже все знаете, да? Мама мия, вот это у вас тут фазенда. А, у вас еще на ту улицу выходит? На ту улицу, но до улицы наша, до деревьев. Капец. Короче, у вас... это все ваше? Да, деревья вот эти. Ваше, да?
мама мия, Санта Луче, я по-другому не скажу. Да, ребята, тут вообще кайф, кайф. Мама мия, слушайте, деревья, смотрите сколько, черешня это. И вот тут деревья, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, только тут, а на улице. А вот орехов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, там где-то пятнадцать, это все их орехи. Так, ну, орехи, орехи, давайте сейчас к дому. Тут надо все внимательно посмотреть вообще, что у нас тут. Ребята, ну смотрите, вот она плитка, плитка на вид то ли гипсовая, то ли непонятно какая, вот я честно не могу понять, но не бетон. Здесь колонка забита, смотрю, здесь еще дерево, это груша, там летняя кухня, мы сейчас зайдем посмотрим. Ну смотрю, вот смотрите, здесь цоколь, ну это так заливали бугром чуть-чуть, отмостка старенькая, вот это септик 100%, это уверен, выгребная яма, как мы ее назовем, это труба для котельной, здесь я трещины, ничего такого не вижу, здесь скорее всего была металлическая труба, из-за этого и такой, ну типа ржавчины. Ну да, вот это выгребная яма. Здесь это, наверное, траншею когда делали. Блин, вот это что такое? Это плитка. Это вот такая плитка. Это не блок. Это плитка. Она стучишь. Ну такая тоненькая чувствуется. Водосливная система есть. Отмостка тоже старенькая. Ну какое-то время послужит, но потом надо будет ее залить. Ну смотрю, стены капитальные, стены капитальные, калина, птички чирикают. Ребята, дом хороший. Это получается у вас здесь плитка вот с ромбиком, а там уже гладко, увидел, да, с обратной стороны. Ох, вы давно туда заходили, да? Сейчас там тот угол-то буду убирать. Скажите, а виноград Изабелла или какой? Изабелла. Ой, блин, пахнет, наверное, да? Сейчас. Да, вино. И вы нашли это, я ж не пьющий. Козерога видели, не пьет, не курит, но все остальное делает. Так, пойдемте туда, сейчас посмотрим. Навесик деревянная, да, у нас основа тут. Окна, смотрю, везде, да, поменяли. Все пластика. Ой, как картошкой пахнет у вас тут. А ну запах не... это подвал же открыли, наверное, ну, да? Да, да, просто. Так, это груши. Ой, блин, у вас деревья, мама, не горю. Я их вот начал считать, а потом остановился на 100 каком-то дереве. Ну, я пошутил, конечно. Да нет, и там за оградой еще... Ворота, да, смотрю, вот здесь у вас, да, тоже. Да, у вас знали. Ворота там, ворота тут. Не, ну какую-то технику можно, в принципе, загнать. Газовая труба. У вас, смотрю, на улице Айва. Это все ваши деревья тоже. С ума сойти. Ёлки-па. Это вы все хоть торгуете? Нет. Вот вас надо научить торговать. Тут столько денег это падает. Это фундук крупный, кстати. Мелковатый, да? Но вкусный. Ух ты ж, у вас фундук какой это. Вот это, да, вот хороший, вы говорите, да? Прям видно, у него прям хороший. Ну да, вот вижу, крупный, вижу, вижу, вижу. Так, соседи, да, соседи не кусаются, нормальные хоть? А их нету. А, нету? А где они? Ну, как бы бабушка жила. А, старенькая, да? Ну, а внуки хочет и дать жить. Вот внуки, а. Я так понимаю, граница вот она. Да, граница. Вот как вот это. А сетку. А, у них... Ух, нифига себе, у вас мама мия. Это септик у вас или что это? Септик вот от этого. От летнику, от, нет, это от свинарника. А септик вот там, я увидел за домом, у вас шифер лежит. Нет, это не септик. А что? Ну, это начало септика, ага. А труба идет туда, и она за оградой. А ну, покажите мне тогда сейчас. А как я найду, это она где-то... Ну, приблизительно будет. Покажите, ну, мне. Пойдемте туда тогда. Граница вот эта, я так понимаю. А ну, сейчас глянем. Просто люди попросили, чтобы я посмотрел. Короче, вот так, да? Да, да, да. А это малина у вас посажена. Малина, да. И вот это все орехи ваши. Все орехи, а да. Крупные они, кстати? Половина
половина крупных, половина мелких, да мелкие. Ну не считали, сколько вот собирали мешков там или килограмм? Ой, да много, да он валяется, они все там. Но так вы сильно его не про, ну, на продажу ничего да не собирали. Земля, кстати, хорошая у вас, прям идеально. Да, ухоженная. Да, прям хорошая. Это сколько вы здесь живете? 7-й год я здесь. Ага. Так, и... Ну, мама-то моя с 90... А, это вы имеете в виду, родители тут жили? Моим. Все, моя. Теперь я понял. Ой, остаток это медянки. Кошка, наверное, съела. Я так понимаю, что вот вы говорите, вот это как первая яма, да? Да. Типа... И вот идет, и там она за оградой. Вот где-то там, да? Да, да, за оградой все. Или прямо где-то будет. Нет, чуть-чуть наискосок. Можно я так пройду, посмотрю? Ну, да, конечно, здесь ну не просто. Ну, я не знаю, где. Ну, я хотя бы так, может быть, увижу. Да, слушай, земля такая мягкая, что я тону в ней. Я прям тону в ней. Так, смотрим. Ага, выгребная яма. А вы не знаете, они как заливали или его плиту ложили сверху, не помните? Нет, не знаю. Ну, один раз при Симчику, собственно говоря, все уходит в землю. Ага. Один раз приезжали и вытаскивали, а вот сами там вытаскивали. Ага. Короче, орех вот этот. Так. Ну, кстати, я смотрю, а вот тут и крупный, и мелкий орех. Прям большой. Короче, где-то тут, а где его и не видно. Ну все, понял. Слушайте, орехов. Это вот родители занимались сельским хозяйством, да? Да, я не могу, мне это не надо. Ну понятно, что не надо. И мне это не надо. Вот здесь вот это как? Скважина. Скважина. И сколько метров, не знаете? Воды дофига, 6 или 8. Питьевая вода же у вас? Питьевая. Центрально... Ой. Ой, муравьи. Да. Ой, они у вас муравейник тут уже сделали, я смотрите. Отравлю. Смотрите, видели? Они прям гнездо вам прям в дырке сделали. Блин, а что это мне дырку травить? Не, ну вам там, вы видели земля? Вот смотрите, я вам покажу. Смотрите, видите? Вот. А-а-а. Вот земля, смотрите, сколько муравьев. Какие-то муравьи это дикие. Угу. Короче, они вам закопали. Да не, он каждый год это делает, этот брат, этот капельный полив, и все, и хорошо. Фу. А, вы имеете глубины насос кидал? Да. И поливал. И кабельный поливал. А это работает колонка вообще? Нет, эта колонка не работает. Уже не работает, да? Это вот... Вот эту колонку вот сюда перенесли. В смысле вот сюда? Ну она просто вот забита, труба вот она, смотрите. Ну короче, вот это, наверное, маленькая, а эту рыли длинную. А, вы имеете в виду, это под качалку, а это под глубинный насос? Ну, это раньше мы пользовались. Я помню, я его качала, а потом думаю, господи, для чего это? Когда маленькими были, да? Да. Пойдемте вокруг теперь. А, ну да, здесь такая... Калинка какая. Ну, я еще белю, начала белить. Да. А вы убедили? Калина это еще... Это яблони. Фу, все, болеть не буду теперь. Ну, а, какая она горькая. Две баночки, а кто ее бьет? Но она лежит. Я что-то, знаете, вспомнил, как у меня бабушка варенье делала с калины. Ой, мама мия, ну, да. Надо же, чтобы она здесь ужасно мороз не дождется. Ну да, я хотел сказать, вот мороза не хватает на эту калину, да? Да, да, да. Я сделала две баночки после мороза, они все равно горчили. Так, навесик тоже, да, смотрю, металлом обшит, я имею в виду сверху. Так, пойдемте в сарайчики. А, пойдемте. Мы что это? А то пока дождь, вот не дает дождь. Так, оттуда давайте мы зайдем. Вы простите меня. Если что, коробку конфет могу дать, не, как не взятка. Не, ну не как, не что, надо. Худеете, что ли? Ну все, вон еду. Ира тоже говорит, я бегаю и диета. Наемся сначала, а потом, ну все, худеть. Так, это свинарник, да, типа? Вот это, да. Ну я туда, вы знаете... Да, я уже вижу, что вы туда давно не заходили. Не держим, я крыс боюсь. Я ничего не держу. Здесь кролики раньше были, вот это всякая вот ерунда. Это, знаете, как кролики, это не только ценный мех, да? Да. Ну что, в принципе, клетки есть. И тут клетки, угу. И везде клетки. Это дверь, да, была туда, я смотрю, наружу? А, наверное. О, будка, не опасно. Кстати, заводская. Вы, смотрите, вот такой не выкидываете. Понятно. Это ретро. Я же ретро вещи собираю. Вот это погреб тут, да? Да, ну а его мы даже не открывали. Ага. Это вы имеете вот здесь, да? Вот да. На вот эту всю территорию погреб. Ну, а он как глубокий? Ну я понял, а как глубокий вообще он? Сильно глубокий.
Он просто закрытый и все. Да, закрытый и все. Все, мы понял. Не пользуемся. Потому сейчас что... я чихну, и значит вы не врете. Но мне чуть не получается. Посмотрите. Нас... Ай, не получается. Ой. Да? Да не, вы не врете. А это курятник, я не могу тоже его открыть. Не можете открыть? Снаружи закрыл, да. А, он там что-то внутри крючок мешает. А как он его закрыл? А я не знаю. Все но... просят открыть. Ну подождите, я может сейчас открою. Бля, он точно. А у вас там дверь есть, да? Да я не знаю, как он что там. Что-то тут хитрит, мудрит. Здесь свету-то нету. А как тут, тут стенка, тут не мы не пройдем никак. А, вон дверь, смотрите, вон она дверь. Нет, эта дверь тоже другая. А ну сейчас, подождите, у меня фонарь свой есть. Я уже приспособлен к таким вещам. Да господи. Вот как-то он сюда зашел, вот так что-то дернул, и дверь от... Вот, смотрите. А, если б я не приехал бы, фиг бы открыли. Что-то дернул. А ну... Да. Подожди, дай это. Закрой чуть-чуть. А ну хозяюшку давайте. Да не, я здесь. Или давайте. Вот видите? Смотри, Ежню. Ну, здесь курятник был. Да тут вип-курятник, блин, не то, что курятник. Угу. Вип. Я смотрю, он это. Подождите, или саман, или блок. Что-то. Это саман. А он, знаете, идет опилки с бетоном. Да, да. Да, да, это не саман, это опилки с бетоном. Я не знаю даже, как правильно это называть. А вот то саман, курица, видишь, жаль, вот там саман. Mm. Защелка, вот это придумали. Это чтобы это курей никто не угнал. Это а их закрывать. Да я. Это я имею в виду, что в прошлом. А там та дверь, это там держать корма. Ага. А этот, я не знаю тоже для чего. Ну просто а вот тут на эту вот. На чердак. Да, подождите сейчас. Так, это у нас, если что. Он плоский там этот. Сейчас, секундочку. Здесь-то плоский. Так, я не упаду, тут лестница нормально. Нормально. Так, ой, господи, чтоб не убиться только. А, ну плоский, саман, да, получается, они взяли. Ой, сколько у вас тут было этих. Да, прям много. Это брат на нем шашлык жарит. А-а-а. Поэтому не выкинули. Так, ничего ценного нету такого? Не, ничего. Который можно продать потом. У меня жена, знаете, что говорит? Опять привез, знаете, самовары, я вот такое все собираю. Знаете, у меня брат тут со снохой, да, такие. Там, а, кормушка вот эта, да? Ну. Все, понял. Ну, в принципе, я скажу, ящик есть для зерна, уже хорошо. Ящик для зерна. А, вот это тоже ящик. Да. Ну, это вы забирать не будете, я правильно понял? Нет, не будем. Шкаф, как у моей бабушки был. Просто видите, вот те люди, которые будут покупать, у них как раз они сельским хозяйством хотят заниматься. Мебель наполовину брат заберет. Ну, в принципе, смотри, двор, машину можно загнать, да? Даже 3-4 и под навес. Да. А это гараж, да, у вас, это типа? Гараж. Ворота металлические? Металлические. А, вот картошка, откуда запах. Слушайте, ну, в принципе, это, я так понимаю, подвал под ним, да, полностью? Да не, просто погреб. Я просто уточняю. Так, здесь сколько высота у нас? Где-то 2.40 будет, да, где-то ориентир? Яма под машину. Да. Вот это, да, яма? Это яма под машину ремонт. А глубиной не знаете сколько? Он тоже почти рост. Рост. Так, а это погреб, да? Тут света нет. Есть. У вас? А ну давайте Светку зовите. Света, вот она пришла. Ох, елки-палки, да у вас тут фильмы ужасов можно. У вас картошка уже метровые ростки, видели? Видела, но ее же вытаскивать надо. Да я ж понял. Я первый раз такие ростки видел. Не пупа себе! Это сколько картошка тут лежит уже? Вам да, помочь? Вот прошлогодняя. Может вам помочь вытащить ее? Нет, не надо. 4 осталось. Мне бы там убраться, и вот это сначала сложить, а то вытащить. Ну, погребок маленький, конечно, родители посделали. Ну, для этих закруток вполне, в принципе, хватит. Да если кому-то надо, вон там же погреб есть, они оборудуют. Но он больше намного, да, там? Он глубже, да. А, так, а тут что у нас? А тут кухня. О, киська. Вот кухня у нас нехорошая. Тут разуваться, нет? Не, не разувается. В смысле нехорошая? Ну, в смысле не сказать, что... Ой, вы начинаете тут, а это уже... А, вот это свет. Я правильно понял, что в доме кухни нету, это у вас да, вот тут? Да, мы ее вытащили. Но в доме может быть кухня, кому надо. Так, это, смотрю, газовый счетчик поменяли, да? Такой свеженький. А коммуналка сколько выходит в зимний период? Только сегодня еще, вот я еще по зимнему заплатила. Угу. Не знаю, сколько она у меня вышла. А скажите, это... 3300 вышло. Это за газ только? Нет, почему? А, это все, да, у вас вышло? Газ, свет, мусор, интернет.
Угу. Интернет-оптиволокно у вас? 600 рублей, не знаю какой. Ну, скорость хорошая у вас, хорошая. Так? YouTube смотрите? Обязательно. Молодцы, на меня потом подпишитесь. Это, скажите, вот эта вода у вас горячая отсюда, да? Да. А если летом вы перекрываете где-то кран? Вот она перекрытка. Где? Вот здесь перекручиваем, перекрываем вверх. А, вижу, вон она, ага. И все, и у вас котел, фитиль работает? Да, да, угу. Котел и фитиль. Так, здесь, я так понимаю, что стяжка. Вот тут. Здесь вот ремонт, наверное, надо, да, тут стяжка, но, тут, скорее всего, пол холодный здесь зимой. Ну, если бы я бы дальше жила бы, как бы, сделали бы, да? Делала бы, да. Так, это у вас... Сетевая. А, у вас центральный водопровод. Да. Насос дополнительный не стоит, чтобы это... Но воды это, запаха нету. А вот летний период напор меньше? Ну, бывает, наверное, в определенный, кто, ага, если кто-то пользуется. Ага. Ну, мне кажется, нормальный напор. Я не, не, я говорю, в летний период меньше напор или это вот, ну, дискомфорта нету такого? Нет. А этот, были случаи, там отключали или что-то такое? Ну, надолго, я имею в виду. Нет. Не было, да? Так, это у нас... А, без проветривания сделано, да? Да, без проветривания. Почему? Так, вытяжка есть. Ну, там сетка. А вот эта дверь куда? Это баня, ну вы не откройте, приоткройте так, там полок, но там нет... А с другой стороны входа нету, нет, да? Нет, только с этой. Вы, я так понял, не пользуетесь им. Так, приоткройте ее, она... ну может у вас силы хватит открыть. А как вы тут, а что вы тут заставили, тут я не могу. И что, это на дверь что ли села? Не, там что-то стоит сзади. Ну значит это что-то брат делает. А как он туда зашел и постал все сразу? Да что ж будешь делать, а ваш брат, тут короче у него какие-то кнопки есть. Но там что-то огромное стоит. Вот смотрите, да, подождите, подождите, вот смотрите, вот я отсюда вижу, вон оно, что-то стоит, вот оно. А, вот. Может это надо? Там прям что-то такое, да, да не, мы его не сдвинем. Ну вот так вот сфоткайте, если хотите, полок. Да я бы с удовольствием, но я не могу, дырка маленькая. Ага. Ну короче, здесь баня готовая. А там окно есть вообще? Да, маленькое. Ну я сейчас посмотрим оттуда. Для печки. Так, ну тут я разуюсь уже, там надо... Ну как хотите. А можно я с той стороны зайду, будет лучше? Да. Сейчас я ж порадую. А вы не курите случайно? Я не дошла. Молодцы, все. Все, вас я полюбил. А то я думал, курите. Да, не знаю. Что-то я часто смотрю дома, где люди курят. Так, это прихожка. Слушайте, а тут отопления нету, я так понимаю, да? Есть, есть. Здесь тепло. Не, тепло я понял. Ну, а трубы тут нету, да, смотрю? Ну, вот же она. А, вот то, а, вот это. Подождите, а это что такое? Кондёр? А, все, он остается. Конечно. На всякий случай. Так, дверь, это поменяли, да, смотрю, дверь? Ну, дверь как это, да. Да будешь. Дверь только здорово убить можно. Да нет, она легкая. Да я. Дайте мне приукрасить. А здесь тоже, да, это открывание простое. И здесь вы говорите, что дом блочный и облицован вот этой плиткой. Да. А между плиткой ничего такого, просто вот на бетон они присобачили и все. Да, скорее всего так. Обойки старенькие. Старые все. Так, это у нас что, сантиметров 15 ступенька, чтобы не падать, да? Да, это мама моя. Так, это спальня первая. Это, да. Слушайте, а потолок у вас высокий. Наверное, где-то 2,85, да? Ой, не знаю. Прям высокий потолок. А скажите, я так понимаю, деревянный пол, потом смотрю ДВП, да, постелено? Да, да, да. Вот с полом тоже, может быть, там какие-то скрипит. Не, ну скрип... Не, ну скрип понятно будет, что это, знаете, чтобы кто в холодильник не шел ночью, раз такое, сигнализация, да? Окно вот это тоже на простое, да, открывание, я так понимаю? Нет, нет. Сложного открывания не, да? Сложного, да, на проветривание. А, здесь глухое окно. А здесь глухое, да. О, слушайте, ну тут у вас простор, мама мия. Да, место хорошее для семьи. А маршрутка по селу, по станице вообще ездит, нет? Маршрут нет. Никто же. А велосипед есть, оставим велосипед. О, все тогда. Так, ну в принципе. Я вот на велосипеде не могу. Так, здесь чугунный радиатор, и тут тоже. Короче, под каждым окном чугунный радиатор. Да, в доме жарище. Двери закрываются, да? Да. Блин, взяли бы это, наклеили, чтобы ну чуть-чуть отрегулировать. Нет, как выглядится. Так, а здесь смотрите, а где у вас этот розетка? Получается, вот тут, да? Потом тут нету. Вон она. Вот это. И вот все. Тут нету больше, да? Все, ну я просто. Вот, да, я сюда, да. А то в старых домах это дефицит.
Так, это у нас как комната называется? Прихожая, наверное. А тут свет есть? О, спасибо, мне ж легче стало. Так, тут, короче, то же самое, только то сверху линолеум. Да, линолеум. У вас комнаты эти, все как изолированы? Да, изолированы. Вообще проходных нету? А что такое? Это, ванни. Вот это у вас, да, идет? Да. Но у вас интернет простой, не оптоволокно. Рос. Вот он. Не, он рос, но он не оптоволокно. А тут точно. Надо, нет. Кстати, посмотреть, провод у нас какой там идет. Так, это что у нас? Это тоже ремонтишка здесь, а. Конечно, косметичка. А здесь радиаторы уже вот такие. Да, а вам не жарко? Жарко. Так выключайте. А, ну он надо работает. Включить сегодня. Так он, да. А я уж... мне же надо перекрыть и тогда. Неохота. Ну все, начинается. Пужарка. Неохота, пужарка, да? Так, ванна, кстати, большая. Ну, ванна тоже не сказать, что ремонт. Не, быть. Понятно, что это... Не, я имею в виду по размеру большая. И раковина помещается, и ванна. Да, ванна, смотрю... Ванна полутораметровая, да, смотрю? Mm-hmm. Это ж чугун? Да, чугун. Ох, блин, его вытаскивать, умереть можно. Не, да. Я теперь знаю, как вытаскивать. А то меня один раз обдурили. Знаете, да? Да, я меняла ванну у себя в квартире. И не могу же ее вытащить. И вызвала ей, как говорю, вытащите. Вот. Она говорит, давай, говорит, деньги лишние вытащим. Взяли кувалду, долбанули, она на 4 раза раз... Я думаю, так и я буду. Это у вас на чердак у вас, да? Да. Так. А я деньги им за то, что они один раз долбанули, я им деньги заплатила. Ну вот, ну, а знаете, за что вы за это им заплатили? За знание. За знание. Вот, понятно. Ну вот теперь я уже знаю, да. Так. Ну плитки, я смотрю, родители часть сделали, а потом просто это обтянуто этим. Да. Окно пластиковое. Так, ну плитку потом поменять надо, в некоторых она поотваливалась, ну ничего страшного. По крайней мере, есть где пописить, покакать. Это да. Это самое главное. Это лучше, чем это, чем на улице. Так, это комната вторая, да? Господи. Вот это бывшая кухня. А, вот это кухня? Да, где тут свет? Я сюда к родителям переехала, они для меня вот эту спальню сделали. Слушайте, ну это кухню можно организовать и тут. У вас же получается еще комнаты? Да. У вас ну, здесь... и когда вот здесь кухня была, что-то запах такой был в доме, что... А, вы, ну вытяжка не работала. Обойки, смотрю, тут свеженькие. Это то, что для вас сделали, да? А выходы есть тут, я не знаю, коммуникации там или еще что-то? Тут туда есть. Вот туда, вы говорите? Да, тут вот и септик вроде отсюда. А, тут даже на полу плитка, смотрю. Да, на полу плитка. Все, увидел. Так, у нас радиатор, окно на открывание, форточку я увидел. Так, это у нас огород, да? Ну что, яблоня, кухня тут прям просится для меня, по крайней мере. Так, а ну толщина стен сколько у нас? Сантиметров где-то 30, знаю. Да, 30 ну, где-то. Ну, не знаю, в бане, мне кажется, это жаркий дом. Слушайте, ну коммуникации, они наверное, где замуровали их, наверное. Они, наверное, или внизу, или что, потому что вот из туалета отсюда выходит. Да, не... А, вот, все, вижу, вот она. Вот и горячая-холодная, вон видно. Вон да, и под канал, да, точно, увидел. Точно, да, я не знаю. Увидел. Я знаю, что раньше здесь стояла кухня. Не, а кухня и просится. Вот тут кухонный гарнитур, да, вот так да, прям. Здесь вот этот стол, стол стоял. Да. Розеточка у нас только вот эта. Вот и здесь, и вот еще. И вот. Угу. Но проводку не меняли. Вот, вот как она была вот тогда сделана, да, и все. Чего-то не знаю, да. Так, она... Мне никто не менял. Так. О, даже регулировать не надо. Окна прозрачные. А, тут уже глухое. Оля, как птички чирикают. Это с улицы, да? Мама моя. А вы городские, наверное? Да, мы не то слово городские. Так, ну потолки хорошие. Короче, здесь обои, тут тоже, да, обойки, я смотрю? А, ну да, обои. Везде обои поклеены. Ну, обои потом. Ну, обои-то переклеивать, конечно, надо. Да не, вопрос... Не, я вот сейчас, по крайней мере, знаете, в этот дом зайти жить можно, по крайней мере. И потихонечку делать. Ох, тут радиаторы... С запасом у вас уже. Ой, птички чирикают. Какой романтик, а? Да, да. Отлично. Но запаха вот от септика вот этого нету, да? Вот, когда а вот, он же проходной. А, он просто уходит сразу да, туда. Да. А не знаете, кубов сколько там сделано? Без понятия, да? А без понятия. Я же говорю, мы один раз вызвали машину. Вот сколько, я здесь 7-й год живу. Они приехали, говорят, ничего не надо. И родители сколько жили, ни разу ничего не укачивали. Ну, пол такой же, как и в первой комнате, короче. Плохой пол, ужасный. Почему? То, что скрипит?
А знаете, здесь тоже скрипит, да? Ну вот там я стал, а у меня вес такой. Ну это комната дальняя, я сюда даже не захожу. Здесь как это. А знаете, на цыпочках будем ходить тут в будущем. Так, это типа гостиная, да? Это да, типа зала. Типа зала. Так, новости, ЛНР, ДНР. Да, останется все здесь. А, вот это останется, да? Останется. Ну все. И матрешка. Матрешка. А матрешка не работает. Да, а что, она должна работать? Она же кофемолка эта. А, тем более. Так, полы везде, короче, одинаковые. Да, полы везде как бы. А, тут тоже, смотрю, освежали, да, бойки? Не, ничего не освежали. Просто я смотрю, они как бы тут современные. Вот выключатель даже, смотрю, тут мененные. А, может выключатель брат у меня. Да. Так, а тут розеточка где у нас? Только вот там, да? Вон там только, да. Вот в том углу, да? Вот, вот здесь. А, ну сейчас. А, вот, вижу, вижу, в одном месте. Вот увидел, вот она. Вот, и вот эти провода вот висячие. Mm-hmm. Вот, я не знаю. Ну, это переноска, это переноска. На бантик он лежал, это переноска. Так, это набор ножей пригодился. Так, это у нас что? Отсюда, в принципе, видно вид. Но плесени, смотрю, у вас ничего такого нету. Не, сухой дом. Я шпирцую и зиму открытая. Угу. Угу. Типа комфортно, да, так в доме? И окна самое главное, что пластиковые. Я тоже отключил отопление у себя. Нормально. Да, двери надо будет отрегать. Пойдемте окно посмотрим в баню. Там я хочу глянуть все-таки в баньку. Ну давайте схожу. Все, уговорили. Пока вы только это ей не наливайте наливку. Пожалуйста. А, да, пожалуйста. А можно вот эту вашу волшебную штучку взять? Так, ой. Вы же говорили, что вино такое вкусное с этого. Вкусное? Она ж начала, начала облизываться, когда вы это сказали. Если бы видели. Да, да, да. Ваша тезка. Так, с той стороны, да, заходить мне? Да, хоть ну давайте я с этой зайду, посмотрю. Давайте глянем. Ну, ребята, ремонтик по-любому надо, но дом... интересные. Полы ровненькие, поскрипывают. Ну, в общем, я скажу, ДВП снять, подкрутить полы и, в принципе, ламинат что-то положить вообще будет супер. Ну, земли тут нереально. А, вон маленькое окошко, я навряд ли что-то там увижу. Вообще, я вообще ничего там не увижу. Вообще. Вот просто вообще ничего не увижу. Что у нас тут? Ой, блин. Да не, ребята, там я ничего не увижу. Так, ну давайте еще раз по кругу пройдусь. Хочу сказать, что земля очень ухожена. Земли очень много. Прям очень много. Более 30 соток, как хозяйка сказала. Деревьев тут мама не горюй. Это редкость такая, что здесь можно это все организовать. Вот, ребята, этот дом приехали для наших покупателей смотреть. Конечно, мы еще будем другие дома для них смотреть. Но, ребята, пишите, звоните. Все можем организовать и показать вам. Всем пока-пока. Ну и, конечно, напишите ваше мнение касается этого дома.